И завершающий такт, он играется следующим образом. Здесь задействованы только две струны. Это четвертая струна и первая струна. Играется следующим образом. Раз и два и три и четыре и. Еще раз. Раз и два и три и четыре и. То есть четвертая струна, она играется три раза, и первая струна один раз. Ну и вот с аккордами получается следующее. Раз и два и три и четыре и. Вот на четвертой ноте, когда вы играете аккорд, аккорд играется указательным пальцем. Вот. Четыре. Если вначале вы играете большим пальцем и потом затем играете аккорд, то последняя нота вот это вот. Указательный палец и аккорд. Ну и вот получается следующее. Раз, два.